266 объединений, 3 детских образцовых коллектива, почти 2500 воспитанников по всему району, среди которых победители и призеры областных, всероссийских, международных конкурсов, лауреаты стипендий президента, губернатора и главы Ленинского района. Все это – Центр детского творчества «Гармония». Созданный в послевоенное время, сегодня центр играет огромную роль в патриотическом и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею «Гармонии», состоялось в стенах Центра детского творчества. В фойе была раскинута выставка работ воспитанников отделения декоративно-прикладного творчества. Картины, украшения, вышивка, элементы декора, выполненные в самых разных техниках, смогли порадовать и удивить гостей праздничного вечера. Очень интересная работа, да, вот это ангел-хранитель выполнен такой техники. Мне очень понравилась высокохудожественная работа. Я думаю, что это очень нужное дело. Еще одним подарком стало театрализованное выступление коллективов «Гармонии», рассказывающее о развитии образования в государстве российском и истории создания районного центра творчества. Наша история начинается в 1948 году, когда в дачном деревенском домике в Царицыно сначала как станция юных техников, затем дом пионеров открыл свои двери для детей и подростков Ленинского района. В начале 90-х годов дом пионеров получил свое нынешнее название – Центр детского творчества «Гармония». Центр «Гармония», он очень правильно назван, потому что действительно дети приходят, не только встречают их люди с улыбкой и любовью, но и профессионалы, которые умеют делать и любят делать. А главное, в общем-то, с любовью все передают нашим деткам. В «Гармонии», а это 266 объединений, работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, дружный и творческий. Здесь настолько все увлечены своим делом, все занимаются, и они невольно детей этим заражают. Дети сюда вот бегут с удовольствием. И в каникулы, и когда время есть. Я люблю сюда приходить, люблю участвовать во всех мероприятиях. Вообще, очень мне нравится здесь заниматься. Мне здесь очень нравится, я готова здесь выступать почти хоть каждый день. С таким подходом педагогов и увлеченностью детей в последние годы удалось добиться новых высот. 3 детских коллектива, театр танца «Гармония», ансамбль народных инструментов «Гусляры» и детский хореографический ансамбль «Даблтон», который, кстати, хорошо известны жителям района, благодаря выступлениям на праздничных сценах, получили звание образцовых. А впереди еще много увлекательных проектов и интересных планов, реализации которых будет способствовать намеченный на 2014 год капитальный ремонт основного здания центра в поселке Развилка. До следующего года планируем развивать такие направления, как геолого-разведочное, потому что к нам поступили заявки от геолога инжестроя. Поэтому это для нас совершенно новое направление. Попробуем. Если пойдет, будем рады дать новое направление в обучении наших детей. Татьяна Акимова и я, Дамия Елена Кошелева, «Видное ТВ».